Привет, девчонки, меня зовут Елена, и у нас сегодня коррекция гелем после акрила. Если бы я при обработке не написала, то я бы, наверное, забыла, да? Извиняюсь за то, что я сейчас не посмотрела видео и буду озвучивать прям вот лайв, то, что вижу, то, что помню. Эта девушка у меня сходила налево, да? Ну, не то, что там она захотела, ну, просто решила побаловаться. А мне теперь этот спилю, этот акрил. В прошлый раз мы пытались ей снять, нифига не получилось. Я сказала, ну не переживай, ты живешь рядом, если чего, забегай, да. И, в принципе, в тот раз я сколько смогла акрила сняла, и, в принципе, все окей, да. Акрил до сих пор на ногтях, как бы не старалась его снять, у меня ни хрена не получается. Единственное, по-моему, большие пальцы, там они именно отошли, и вот я их легко до конца сняла. А остальное нет-нет, там есть еще чуть-чуть акрила. И я ей сказала, что вот раз такой-то ты занимаешься садизмом, да, сходила налево и еще сделала акриль вместо геля, вот и ходи с ним. Но она говорит, когда она приходила в студию, попросила, чтобы ей сделали гель, но какого-то фига там, говорит, эти китайцы ей нашлепали акрила, и она, говорит, уже не стала возмущаться, пусть Лена разбирается с этой фигней, короче. О чем я не помню. Ну, как всегда, да, вот это все снятие, там, говорят, смотрела у кого-то под видео, типа, пишут девочки, что перематывают, типа, неинтересно. Поэтому перематывают сразу на дизайн. Проблема в том, что, допустим, я стараюсь, чтобы видео было 8 минут. Не знаю, я это нигде не читала, но, типа, в YouTube так надо. Я могу, конечно, выкладывать видео, где просто у меня дизайн, но для этого, как можете заметить, уже заметили, да, я купила себе ручку. Давайте, девочки, все вместе поищем ей имя. Мы так ее не назвали еще. И я на ней делаю именно дизайн и выставляю в шортс. Качество еще не ахти, потому что я еще привыкаю, пытаюсь понять, как это снимать, как это все делать, поэтому дизайны будут у меня, да, 15-секундные на шорте. А здесь все-таки мне самой интересно. Нет-нет, я смотрю и опил там, и форму, и как исправлять ноготки, и те или иные такие казусы. Ну, если вам нравится, ну, дорематывайте. Это дело каждого, да. Я не люблю смотреть время дизайн. Ну, короче, каждому свое. Кстати, хотела сказать вам большое спасибо за пожелание мне скорейшего выздоровления, да. Видео хоть и вышло там 2 недели спустя, но вы все активно писали, что Леночка выздоравливает. Спасибо вам огромное. У меня нет по утрам, знаете, бывает такое, что я просыпаюсь и храплю. И вот так, ну, храпит голос, не я храплю. И как я озвучиваю именно утром, ну, утром это у меня такое вот время до 12, где я активная, а потом я убитая, да. Поэтому утром частенько у меня такой голос никакой, да, вот. Пока я тут трындела, короче, я нанесла уже базу и наношу свой замес. Мой замес, блин, жалко, что я не помню, с чего он, да, перематывать мои видео. Не факт, что я это видео снимала. Кстати, замес, который я вам обещала, и вы тоже активно там спрашиваете. Ну, как активно, 3 человека, да. Я не забыла, у меня просто проблемка, да. Я хочу замешать молочный полингель. Ну, это на 2 минуты. Что мне дальше видео делать? Или как-то выйти в эфир, поболтать с вами. Короче, я еще думаю, как это сделать. А что мне? Вот. Поэтому все я помню. У меня даже здесь есть записано. Я записываю, что делать в следующем видео. Но так как у меня, ну, просто трэш творится. Я не то, что ничего не успеваю. У меня, в принципе, много свободного времени. Просто я после обеда никакая. Вот. А до обеда мне надо много-много успеть. И вот. Кстати, помните, я покупала вот эту дорогущую базу, которая, в принципе, довольна. Но, тем не менее, я решила пока я всех девочек, которые носили эту базу, перенесла на Jollyfin, которую я только что покрыла базой. То, что она мне тоже очень нравится, она уже с ультрабонтом. И поэтому, мне кажется, все-таки она тоже хорошая. И намного, как сказать, выгоднее покупать в больших баночках. Поэтому я ее обожаю. И вот решила пока на месяц девчонок всех, как говорится, снять
с иглы. И все они у меня носят эту базу, вот те, кто носили этот X-Bond. Поэтому я сейчас сравниваю, как носится этот Luxio и база Jollyfin. Потому что Jollyfin я очень довольна. Может, нет смысла покупать одну баночку. То, что все остальное у них просто, ну, цены, не знаю, как будто, блин, Louis Vuitton, ёптарь мать. И, как всегда, уже говорила, кстати, спасибо вам большое, что пишете отзывы, что вы попробовали работать бочоночком, и вам это, ну, понравилось, удобно. Я считаю, это очень удобно. Даже, грубо говоря, грубый опил можно сделать бочоночком. Еще у меня есть пару фрез, которые я тоже применяю в опиле. Такие они, знаете, типа с зеленой насечкой. И я тоже ими нет-нет. Но разница в том, что бочоночек именно оставляет, да, вот эти вот борозды. Я вижу, что я пилила. Когда вы пилите простой пилочкой, допустим, мне не видно, там, где убрать, где не убрать. Но, допустим, если вы не хотите, да, снимать или покупать постоянно эти бочоночки, можно снимать простой фрезой, который вы делаете опил. Это вообще без проблем. Самое главное, чтобы она была не такая вот, как она... Ну, с боком, да, там, а именно прямой, тогда, как сказать, блядь, извините, без пузика, короче, чтобы именно легче было опиливать, надо, чтобы вот типа этой фрезы была ровная поверхность. Кто не помнит, напишите, я сделаю видео, но это не факт. Нанесли мы, кстати, у меня такой сейчас месяц, где все делают темные оттенки. Эти зеленые ногти, кстати, вы будете видеть в следующем видео. Это я делала первое наращивание на типсы, и оно пошло не по плану. Типсы все на месте, все хорошо. Видео будет скоро у меня, вот-вот-вот-вот. Мне осталось смонтировать. Но гель, вот этот, краска гель у меня нахрен убежала. Я опять себе нарастила, уже сюда прошло 2 недели, опять нарастила себе опять гелевые типсы, потому что для себя... Девчонки, это очень быстрое наращивание. На клиенте, допустим, ну, я не буду наращивать, потому что у меня как-то они, ну, немцы как-то относятся, раз это типсы, значит, блин, Китай, ну, китайцы, поэтому они очень против этого всего, да, и я сама не хочу на типсы, но для себя это обалденный вариант, потому что я ничего не опиливаю, опиливаю фрезы, вот, короче, видение о том, это будет скоро, вот-вот-вот-вот я сделаю и выложу. У меня, кстати, очень хорошо в этом месяце пошли кошки, вот эти темные кошки. Прям конкретненько хорошо поползли. Все берут кошки. Сама обожаю кошки. И я синтетический стемпинг. У меня идет стемпинг. И я, посмотрев видео у Розы, тоже себе сделала демо-листы. Тоже будет скоро видео. Вот такая, кстати, у нас получилась. На этом у меня все. Спасибо, девчонки, за просмотр. Спасибо за ваши комментарии. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы все пропустить. На этом все. Нет, я не ошиблась. Все нормально. На этом все. Пока-пока-пока-пока.